Хотите сохранить молодость и красоту? Косметологи Академии здоровья предложат как инъекционные методики, так и альтернативные услуги. Реформирующий массаж для омоложения, профессиональные маски, эффективные чистки для лица. Академия здоровья подготовит к восхищенным взглядам. Шапки для мамы, для папы и для меня. Салон головных уборов «Норка», улица Амурская, 103. Здравствуйте, вы смотрите прогноз погоды на ЗАБТВ. В понедельник, 19 сентября, переменная облачность без осадков, ветер западный 2 метра в секунду. Температура ночью плюс 4, плюс 6, днем плюс 18, плюс 20. Атмосферное давление достигнет отметки 708 миллиметров ртутного столба и в течение суток будет слабо падать. А пока о погоде это все. Хорошего вам дня и до встречи в эфире!